В Якутии спасены туристы из Москвы, сплавлявшиеся по реке в Верхоянских горах. Двое туристов из Москвы сплавлялись по горной реке Дербеке. Байдарка мужчин разбилась о пороге, и они оказались в воде. Один из туристов связался по спутниковому телефону со своей супругой, которая и сообщила о случившемся сотрудникам службы спасения Якутии. На место ЧС вылетел вертолет со спасателями на борту. В данное время пострадавшие здоровы и не нуждаются в медицинской помощи. Как признались туристы, они не ожидали, что река окажется непроходимой. Вот трехметровая волна, где вот сходятся волны, как ее проходить, на каком плавсредстве? Если бы не вы не помогли, то не знаю, что бы с нами было. Просто мы погибли. Своевременно, конечно, да, спасибо, все своевременно.